чем успех и популярность сладких блинчиков. В простоте приготовления и отличной вкусе. Смотрите, как приготовить французские блинчики. Мне кажется, это рецепт, которым должен овладеть каждый. Из такого количества продуктов у меня обычно получается около 8 блинчиков. Этого хватает, чтобы накормить семью, а иногда еще и остается. Для меня готовить блинчики – одно удовольствие. Меня увлекает этот процесс, и к тому же времени он занимает немного. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Растопите сливочное масло в микроволновке, смешайте с молоком и яйцами, затем влейте это к мяуке и солью и замешайте тесто без комочков, добавьте мелко тертую цедру или масло апельсина. Сковороду раскалите и слегка смажьте маслом, налейте немного теста и распределите по сковороде. Жарьте на одной стороне минуты полтора, затем аккуратно переверните блинчик лопаткой и подержите еще около минутки. Готовые блинчики можно есть просто так. Вкусняшки, подписавшимся. Но я обычно делаю из них настоящий аппетитный десерт, дополняя шоколадным соусом и фруктами. Подписавшимся, больше вкусностей. Нам понадобится. Мука пшеничная, 150 грамм. Яйца, 2 штуки. Молоко, 500 миллилитров. Масло сливочное, 50 грамм. Масло растительное, 2 столовые ложки. Соль, 1 щепотка. Масло или цедра апельсина, 0,5 чайных ложки. Количество порций, 8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачи!